Let's go. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер, самые красивые люди на этой планете. Добрый вечер, уважаемые любители искрометного и качественного юмора. Мы рады вас видеть в этот день, в день 1 мая. Многие, наверное, уже помнят, еще помнят, как мы отмечали 1 мая. Но сегодня не исключение, потому что 1 мая мы собрались в этом прекрасном зале. Я должен заметить, что вас сегодня больше, чем было в тот раз, и это отрадно. И, с вашего позволения, дамы и господа, мы начинаем! Я, наверное, начну с того, что мы находимся в городе Худжанде. Вы знаете, для худжанцев город Худжанд является, собственно говоря, центром вселенной. И я, наверное, скажу словами из нашей Раши, переделанной на наш лад. Мы живем в самом прекрасном городе на свете, а все остальные города нам просто завидуют. Это мы гордо называем себя худжанцами, а все остальные завистливо называют нас будиками. Это только худжанцы умеют шутить над недостатками других, а смеяться над своими. Друзья, вы знаете, жить в Худжанде — это не просто географически жить в нем, это особый образ жизни. А быть худжанцем — это не просто быть жителем этого города, это целое состояние души, можно сказать, особая ментальность и особый образ мышления. Друзья, вы знаете, только в Худжанде слухи распространяются с такой скоростью, что скорость света по сравнению с этим просто детский лепет. Причем, вы знаете, друзья, слухи распространяются таким образом, что при передаче слухов от одного к другому каждый худжандец считает делом своей чести добавить в этот слух свою какую-то изюминку. Вот, например, если ты утром сказал своему приятелю, что вывихнул мизинец, то уже к вечеру тот же приятель может позвонить тебе и спросить: «Тинджи мёшно, аварию фронту гифташунда?» И чисто гипотетически, друзья, только в Худжанде на местных каналах возможно увидеть бегущую строку, то есть объявление вот с таким содержанием. Сдается в аренду 5-летний необрезанный мальчик для проведения дома талбонов. Только в Худжанде настоящие худжанские женщины могут заставить своих мужей на последние деньги сыграть самую крутую свадьбу, а утром, завтракая ролтоном, гордо сказать: «Дадор, ты ему канда выше сюда». Только худжанские алкоголики, друзья, только худжанские алкоголики перед тем, как закусить водку колбасой, спрашивают: «А коген колбасно халолми?» Друзья, и только в Худжанде есть аналог знаменитого камеди-клаба, который называется «Территория юмора». И мы приветствуем вас на третьем выпуске «Территории юмора» в клубе «Челси». Добро пожаловать, друзья, в Худжанд! И я под ваши громкие и продолжительные аплодисменты хочу пригласить на эту замечательную импровизированную сцену моих друзей из юмористического проекта «Таджик Шоу», знаменитых и популярных на сей день, Мирзо Хасанова и Бахтиёра Кудратова. Встречаем, друзья! Вот они оттуда выходят. Встречаем, встречаем, встречаем аплодисментами! Спасибо.
Спасибо, добрый вечер. Дамы и господа, уважаемые зрители, добро пожаловать на территорию юмора. Мы рады всех вас приветствовать в этом роскошном зале, в караоке-клубе «Челси», в развлекательном комплексе «Челси». И, естественно, под ваши бурные аплодисменты мы начинаем. Поехали! Дорогие друзья, уважаемые гости, дамы и господа, как и всегда, у нас в передаче присутствуют некие гости, знаменитые люди, гости шоу-бизнеса, гости, про которых мы уже почти все знаем, больше, чем они сами про себя. Итак, друзья, давайте по очереди будем представлять, а если не трудно, вы можете просто встать с места, чтобы все вас увидели. Итак, замечательная певица, отличный голос, Фарангиз Дуньо, друзья, давайте поаплодируем. Фарангиз Хон, добро пожаловать. Вы у нас были на первой передаче. Была. И сегодня спасибо тоже. Большое. Как у вас? Нормально? Как жизнь молодая? Хамаш нас, худоро шукр. Никому не секрет, что у вас сегодня был концерт. Как прошел концерт? Концерт нам будет. Ага, первый концерт. Угу. Как прошел? Отлично. У меня один маленький такой скромный вопрос. Скажите, пожалуйста, и скажите только честно, что вы будете делать с оставшими 300 билетов, которые не продали? Мама же сказала нам. Не, бовар мекунет, аз хамон рози ки билет ба фурош баромат, на чорум роз алакай хамай поюни зал пуршут. Это же ваш первый концерт сегодня. Если честно, мы смотрели ваш рекламный ролик. Скажите буквально в двух словах, в чем был суть этой рекламы? Просто, может, некоторые люди не знают. О чем говорился? Хамгин азон шапки, агар ба концерте фарангиз науи. Очень креативная, да, реклама? Да. Значит, агар ки ту телефон атру гум карди, ба концерте фарангиз рау гуфтани ману, правильно? Хамгин нашаву ба концерте фарангиз. Шумо хамаба, хама чизро хато ми фахмир. А, то есть агар ман... То есть на концерте возместят ущерб. То есть ман агар... То есть утери телефон. Шо я тамин тавхам боша чун сарпарасти кул ширкати мегафон бут. А, я про рекламу готовился, да? То есть все зрители на концерте были с утерями, да, своего телефона? Так получается. А молодому телефон же гумка, да, концерты же мауров такие. То есть это как получается? Ман телефоне айфон шишема, $60 телефонами гумбе экономи, си сомба, бо боли сухтовы на мако, билет гифтен же мауров надо. Мерсаж на Айфон дар бозор бисю раз. Концерты фарангиз, як маротиба. Ой, давайте поаплодируем. Приятного вам вечера. Итак, друзья, едем дальше. Следующий гость, пожалуйста. Ну что ж, следующий гость — это гость из города Душанбе. Генеральный директор топ-медиа Бехруз Зиваров. Давайте поаплодируем. Всем известно, что вы раскручиваете певцов нашей эстрады, кому бы вы ни уделяли свое время, они становятся очень знаменитыми и популярными, правильно? Может быть. Да, не почему. Ни для кого не секрет, что в данный момент вы работаете с Фарангиз Дуньо, правильно? Верно. Знаете, учитывая ее популярность, скажите честно, у вас на Фарангиз не хватает, да, времени? Добрый вечер, дамы и господа. Рад всех приветствовать в городе Худжанд. И это говорит нам человек, который приехал из Душанбе, да? Спасибо. Да. Рад всех видеть. Но на самом деле все зависит от работы. Значит? Я тут ни при чем. Если что-то идет вперед... Значит, люди работают. Отлично. А сейчас, кроме Фарангиз, еще с кем вы работаете? Практически со всеми. К примеру? Со всеми. А, то есть и никому не уделяете, да, время по ходу? У нас две компании, JM и Top Media, которые работают со всеми артистами, без исключения. Угу.
Друзья, давайте поаплодируем Бейрут Зивара сегодня. А следующего гостя, друзья, я бы хотел так просто стоять ровно и представить. Замечательный ведущий, большинство шоу-концертов наших звезд. О, Имшап на Первом республиканском канале у Борис Ургант. Не, я извиняюсь, я сказал нечаянно у Борис Ургант. Если честно, мне очень приятно уже. Да, продолжай. Продолжай. Галик да. Мартиросян, Леонид Якубов. Скажи честно, я кому вот... ты поражаешься, честно? Сейчас? Да, да. Ну, именно сейчас. Чего? Именно сейчас говорю. Не, в общем. В общем. Да, учитывая твою шоу-программу, которая... Учитывая и сидя здесь, сейчас я думаю, что кто кому подражает, это уже ясно. Аналогичная передача Comedy Club у нас. Ага, ага, да. Спасибо. Да. Не, менее, не менее аналогичная. Не менее аналогичная Имшап к вечернему Урганту. Да. Все ясно и все взаимно. Ничего в этом страшного нету. Добро пожаловать, ну, Борис. Что мы дадим? Кайбе ми привет, Шамбеве. Бада с ним все, от Бади Капиту. Отлично, друзья, если честно, мы просто пошутили. А вообще, хотелось бы узнать, а может быть, многие люди, которые сидят в этом зале, может, не смотрели, включая меня, твою шоу-программу, буквально в двух словах. Ты только лайкаешь в Фейсбуке, и все. Да, я не смотрю, потому что мне мегабайты жалко. Нет, честно, в чем суть твоей передачи? О чем говорится, что, как, почему? Ну, культурно-развлекательная передача в жанре интервью. Вот так. С юмористическим уклоном. Ну да, есть. Значит, есть там все. Шутки тоже есть. Да, это аналогичная передача, как Late Night Show, который есть в Америке, и вечерний Ургант, который есть в России. Тебе обязательно надо посмотреть эту передачу. Обязательно я посмотрю, и я буду учитывать те шутки, которые ты там говоришь на сцене, да? Да. Спасибо, друзья, мы Борис Усмонов. Дайте давайте.